На улице Приморская началась реконструкция порядка 6000 квадратных метров дороги. Сейчас специалисты ГЛУТ строят ливневую канализацию. Тротуар будет подходить до улицы Портовой. После всех работ комбинат зеленого хозяйства начнет устанавливать лестницу. Помимо этого объекта, в данный момент ГЛУТ занимается и другими дорогами на улицах города. По договору по улице Нарчатой укладываем асфальт. Также у нас есть договоры, также ведутся работы в дворовых территориях по ямочному ремонту, по восстановлению нарушенного благоустройства после разрытия коммунальных служб.